О, Алексей, это вы? Нет, это брат. Не я! Похожий! Похожий доминатор едет! Да! Нет! Здорово, Паша, как дела? Здорово, да, нормально, Лев. Это ты сзади? Нет, я синий. Я синий лимузин. А где Павлик? О, здравствуйте! Куда? Паша, прости, надо было ехать. Да что творится-то? Всем здорово, чуваки! С вами Джел и сегодня со мной Топ Лиг Плейсен. Мы играем в GTA 5 онлайн с режимом стенка на стенку, либо же лицом к лицу. Всем здорово! Привет, друзья! И сегодня, ребят, будет самая жесткая карта стенки на стенке. Вы только посмотрите на это. Трамплины, развороты, даже есть трасса со льдом. Так что, пацаны, я не знаю просто, как нам сегодня нужно будет ее проходить. Кстати, ребят, напоминаю, что режим заключается в том, что мы должны друг друга скинуть в воду. И все, ребят, я еду первым, мне это нравится. Да, это... Леха. Пацаны, у меня проблема, у меня тачка заниженная, прокачанная, так что я не знаю, как я поеду дальше. Чекпоинтов, ты что выбрал? Чекпоинтов, о, кстати, тут еще хороший плохой чекпоинт, пацаны, так что рандом решит, повезет вам, не повезет. Пацаны, я еду первый, вы какие там по счету? Я второй. Я 14. Вы второй, 14, так, лево либо право? Я поеду налево, пацаны, я налево. Пес, парни, чё Ой-ой-ой, Антон, мне не повезло, нет, он был правый чекпоинт, левый выбирать. А, давай, пацаны, давай, проезжайте, аккуратно. Быстрее, пацаны, нет, меня скинули, там вначале. А что там надо брать? Говорю, сразу арена. Едь направо, там будет из арены вар тачка, а слева да? Пикап. О, арена вар, это круто. Да. Ну, Паш, привет. Это кто? Да меня скидывают арена варовские тачки. Да, давайте жить дружно, я согласен. Аккуратно, оу. А, так я думал, тут обрыв, а тут даже обрыва нету. Так, опасно. А там реально обрыв или нет? Не-не, там нет обрыва. Пацаны, я не могу пройти первый чекпоинт даже. А, ё-моё, я думал, я разгонялся, там не было обрыва. Нет, там не было обрыва. Хотя можешь проверить, можешь попробовать спрыгнуть, может там есть. Нет, я упал. Это ты на серой тачке был, нет? Да. Да, нормально. Опасно, аккуратно. В смысле? Нифига. Пацаны, я еду пятый, но там лимузин. Я еду 12. Антону, мне это не нравится. Антону просто повезло, что там лимузин попался. Ой! Ой-ой-ой! О, как мне проехать эти штуки? А, все нормально. Я думал, я уже не могу проехать препятствия, бордюрчики. Да парни, это жесть, тачка низкая. Я первый чекпоинт не могу пройти. А, ты дай... Да ладно, ты до тачки не можешь доехать до первой. Да, это просто жесть. Походу я знаю, кто приедет сегодня последним, пацаны. Так, кажется, это ты. Ой-ой-ой, как вас много, пацаны. Не надо, не трогай тебя. А снизу можно проехать, пожалуйста? Тихо, аккуратно. Да ладно, снизу можно проехать. Антон, не надо. Да не надо. Ой, на мотоцикле. Привет. А ты какой взял чекпоинт, лево или направо? Я направо поехал. Ты направо поехал? Нет, нет. О, нет, меня пропустили. Отлично. Так, лево либо право, я поеду, ну, наверное, тоже. Я налево поехал. О, пацаны, лимузин. У меня то байк прокачанный, у меня есть нитро. Ну-ка, нитро есть. Какой байк? У них отключены прыжки, пацаны, нечестно. Это нечестно отключать прыжки. Я уже думал, что я буду прыгать, ездить. Так, здорово. Парни, я на лимузине, так что давайте как бы это. Нет, да нет, я тоже на байке. Да. А у меня на мотоцикле пила есть, Паш, так что ты только попробуй меня скинуть. О, здорово, Плейзин, это ты, да? Опа, перепрыгнул. Это я не знаю, я кого-то скинул. Нет, я тебя вижу. Здравствуйте, как дела? Я грелся. Прикинь, тут дырки в полу есть, я видел. Я мог провалиться на мотоцикле. Там же байк, типа, там маленький. Да. Ну, смотрите, я пока я третий, меня главное, чтобы... Нет! А я сейчас привет. Антон, ты куда ехал? Налево? А я не проехал еще. Я проехал, пацаны. А какой вы брали чекпоинт, парни? Я брал левый вроде бы. Да, а левый. А я правый тогда возьму. А не надо, еще? Не надо. На левый мотоцикл лучше. Брать. Лучше левый бери. В смысле? Нет. Ты на байке? Да. Ты хотел на развалюхе ехать. А, да, там развалюха могла выпасть. А, да. Так что какая? Такая тачка, старая, раритетная тачка, да, реально, да, как черепаха. Да, конечно. Ну, ты можешь проверить меня. У других чуваков. О, опасно! Здорово, Антон, ты видел, я на доминаторе? Нет. А налево, направо, здорово, да. Лёха, ну, здорово. Я поехал направо, да. Антон, так что едь направо, там находится доминатор, а слева находится развалюха. Окей, я направо еду. Я налево. Пацаны, я просто нормально еду, второй еду. А кто первый едет? Я пятый еду. О, это первый чел на лимузине едет. Паш, привет. Привет, ну-ка, я тоже хочу эту тачку. О, доминатор. Пацаны. У него гробовщик открывается. Понимаете, то, что вам сейчас хана? Мы едем просто на грузовиках из Форсажа, а вы там поедете сейчас на доминаторе. Да. Антон, это ты, нет? Не, на лимузине едет, на красном. Ты на лимузине. Томик, ты меня решил не слушать, да?
Ну, я подумал, ты Я понял. У доминатора сзади отключается вот эта штука. Антон! Ой, прости, Топликс! Здравствуйте. Паша, ты там на какой тачке едешь? Не подскажешь? Я очень крутой. Да это ты, что ли? Да. В смысле? Нечестно? Подо мной проехал, я все видел. Так. Ой-ой-ой. Мы с чуваком улетели просто вниз. Нет. Это лимузин летит. Так, чувак, прости. Давай. Блин, жалко то, что тачки не прокачаны. Ребят, давай, режим стенка на стенка. Оп, поэтому нужно, чтобы занять первое место, друг друга скидывать. Просто чувак сейчас, мне кажется, обкакался немного. Что там такое? Я не понял. Нет. Знаете, что там следующий чекпоинт? Это зверь, животное какое-то. Чего? Не знаю, там лицо волка нарисовано. Человек? Нет, волк. Так это человек, но это зверь. Какой зверь? Пацаны, я не хочу на оборотня. Это жестко, он как черепаха бегает. Это жестко, да. Нет, надеюсь, там есть что-то другое, что-то нормальное. Подождите. У меня хорошие новости. Кстати, я давно вас не видел. Зачем? А где вы, пацаны, где вы? Я на импалере еду, я сейчас буду получать... Воу! Ни хрена! Ребят, можно реально лайк? Ты летел? Да просто дофигища тачек было. Чувак, ну ты куда едешь с дороги? А, это Топликс? Да. Здорово. Лёха, я сзади. Я волка не хочу брать, не надо, нет. О! О, Паш, привет. Тут знаете, что мне? Тут чел! Пацаны, дратуйте, как дела? А Антон, быстрее! Топликс, газуй! О, нормально. Антон, не хрена ты трюкач. А где Паша? Ты там Пашу не видел? Я еду, парни, тут бифут, прикиньте. Ты на чем едешь? О, это ты там едешь на развалюхе? Вот он едет, смотри. Я на Италии еду, можно мне Паша, В смысле ты не подкинул? Чего? Сломанный таран. Бигфут, дай проехать. Я чувака с собой поехал. Так, давай. Газуем, пацаны, газуем, стартуем. Простите, машина рампа должна проехать. Так, Антон. Только не я. Ну, извини, мне надо проехать просто, Антон. Я легонечко тебя. Ну, смотри. Ой. Понятно. Я на целый круг вас обгоняю, пацаны. Вы что такие медленные? Эньки-бэньки, левореньки, эньки-бэньки, бам. Левый. И это там. Зверя. Нет! Мне выпала какая-то обычная тачка ботовская. Не надо. За что? Ладно, пацаны, кого я, ты выбрал? Очень жалею то, что я выбрал зверя. Ты выбрал зверя. Давай, Паша, мы едем к тебе. Антон, на грузовике, я на машинке. Слушай, Антон, давай я тебя пропущу лучше. Оп, аккуратно. Классно, пропустил. Да. Все, теперь ты спереди будешь расчищать мне путь, знаешь, так. Это моя тактика. Это ты? Антон скинул. Кто летит? Это ты на рампе летишь? Капец! Нет, я за зверя играю. Да блин! Меня машина рампа перекинула. Я, кстати, вот тебя ни разу не видел. Опыт, а где ты? Я сейчас бегу только сначала трассы. Ты сначала? Чего? Я тебе говорил, лучше не бери его. Охренеть! Ты бы на тачке. Паш, ты понимаешь, что ты профукал машину рампу? Я нормально. Здорово, Фейзен. Ты на чем там едешь? Как дела, Фейзен? Я видел, как ты просто летаешь вниз со мной. Чел меня сбивает. Аккуратненько. Дрифт на льду. Давай. Вот это вообще обалденный. Да что так? Охрененный дрифт на льду, блин. Опасно. Пацаны, что у вас происходит там? Просто я подпрыгнул, и Антон летел в этот момент в воздухе. Ну зачем? Ну спасибо. Да, блин, я тебе говорю, ты за зверя из этого никогда не пройдешь. Ой, а кто это бежит? Это ты, что ли? Нет. Нет, это не ты. Пацаны, вам просто не повезло, что вы взяли этого чудика. Я не могу. Нет, доминатор, не надо. Не скину тебя, пожалуйста. Паша, ты валяешься, да? Да. Здорово, Фейзен! Охренел, что ли? Куда ты полетел-то? Давай, от лимузина только из-за Ренемар ты не упрыгаешь, Паш, мне кажется. Я упрыгал. Да, давай проверим. Оп. Да, чувак, куда ты задом едешь? Черепаха, блин. Это ты сзади? Нет, я синий. Я синий лимузин. А где Павлик? О, здравствуйте. Куда? Паша, прости, надо было ехать. Да что творится-то? Паша просто прыгнул на тачку, ко мне приземлился. Зачем так делать? А зачем ты прыгал? Не надо было прыгать, я просто по тебе проехался бы. Да ты вообще ушлю. Кстати, ты можешь, знаешь что? На крышу заехать, я тебя довезу до финиша, если хочешь. О, кстати, вот это было бы неплохо. Только я уже уехал, так что у Антона прости теперь помощь. Да ты капец. Лимузин из арены Вар, ребят, поехали. На нем я точно смогу проехать. Так, Антон, а ты на чем едешь, Антон? Я КамАЗе там.
Нет! А ты куда едешь? В какую сторону? В сторону Паши. А, в сторону Паши, тогда все нормально. Нет, ненормально, подожди, я еду в сторону от Паши. Так, Антон, давай мы с тобой мирно разъедемся. Мирно. А вон я тебя. Я желтый лимузин, Антон. Давай, смотри. Какой-то чел стоит. Оп, давай я. Я его под. Это там еще куча народу! Нет! Это просто жесть за него играть. Паш, пробуй запрыгнуть на меня, давай. Так, опа. Я понял, ты просто... Подожди, пока. Нет, Антон! Я ради тебя даже спрыгнул. Спасибо. Так, зеленый бегут, ладно, не буду скидывать. Заберите меня кто-нибудь, я не хочу забрать. Нет, Паш, ты с тачки падаешь. А, чувак, уезжай быстрее. Что это было? Да чё, блин, опять скинули меня. Давай. Я поеду задом, короче, задом, мне кажется, надежнее ехать. Привет. Вот так, здорово, Топлик, как дела, а ты где? Да я прям за тобой, погнали, я помогу тебе. Антон, плохие новости, я упал. Так, аккуратно, ой, грузовики, ну не надо! Пожалуйста! Нет! Просто повезло, пацаны! У меня чисто весь народ сзади остался, я его проехал! Ой, аккуратно! Не-не-не, там машина рампа едет! Там Бигфут едет! Ну, пацаны, ну за что я почти доехал же на пенсию? Антон! Сорян, я тебя скинул! Ой-ой-ой! Быстрее! Нет, не надо! Пацаны, ну я чисто. Так, а почему справа? Я направо не хочу, я не хочу Бигфутом быть. Так, я налево. О, да ладно! У меня типа доминатор, круче. А у тебя что, Паша? А у меня Бигфут. У тебя Бигфут? Ой, да, посмотрим, да. Давай посмотрим, кто будет круче. Там чел ждет на островке. Чувак, просто боится ехать. Так, а я сверху поеду, Аккуратно. Нормально. Капец там народищу. Вы что, издеваетесь? Это прям жестко. Чуваки! Здорово. Кстати, я могу им подарок кинуть, знаете, вот такой. Опа, вот так оставлю. Чел! У меня выкинул мой таран! Реально! Здравствуйте! Опасно! Тихо, меня машина рампа подкинула! Пацаны, чуть-чуть, давай! Ну ты же доминатор, давай на задних колесах хотя бы есть! Алексей, это вы? Нет, это не я! Паша! Это не я! Тебе показалось! В смысле? Это похоже! Похожий доминатор едет, Паша! Да! Что? Здорово, Паша, как дела? Здорово, да, нормально, лечу тут. Мне главное быстрее от тебя уехать сейчас, подожди, так. О, это ты поехал уже черный такой? Я поехал, да, я. Ни хрена, давай, вот я сзади, я прям за тобой буду. Точняк, ты будешь всех давить, взрывать, раскидывать, а я просто с тобой по расчищенной дороге ехать. Да, Антон, ты присоединяйся к нам. Ой! Ну за что? Ой-ой-ой, машина рапа. А почему он тебя не скинул? А потому что ты первый ехал. Оу, чувачки, здорово. Ты офигел, что ли? Давай на задний колеса, кто кого переборет. Давай, а ну иди сюда. Так, Антон, здравствуй. Нет, Антон, не надо. Не надо. Только не к этому вентилятору. Не надо, ты что, офигел, что ли? Меня не надо скинуть, я же твой друг, ты что? Ой, тут чуваки взрывают. Как они взорвались? Тихо, так. Здорово. Вот самое главное, ребят, это медленно проехать вот этот вот трамплинчик, потому что самое главное. А, что? Это, мне кажется, вот эту вот зимнюю фигню, вот этот лед переехать. Нет, самое главное, это в конце на тоненькое, чтобы ни один человек не попался. И ну, я беру правый, давай, правый. Да ладно! Что это? Ой, а что брать надо? Блин, я слева, короче, Мустанг доминатор, а справа Бигфут вроде бы, если я не ошибаюсь. Лимузин. Так, пацаны, дайте проехать! Да блин! Паша, ты меня. Нет, да. А ты прям за мной, ты четвертый едешь, получается, да? Нет, я седьмой. В смысле? Так ты меня на чекпоинт целый отстаешь, походу. Так, да, аккуратно. Пацаны, в дрифте на дрифтачке, это просто нереально. Так, а у меня, походу, какой? Десятый? У меня девятый. А, у меня восьмой. Пацаны, я скоро приеду на финиш. Антон, это ты? Нет, Томник. Блин, хорошо, что тут есть разъезд такой сверху и снизу, я тебя могу обещать. Смотрите, мне уже какой раз везет то, что никого нету на финишной прямой. Так, быстрее. Антон, это ты, нет? Да что, прям на финише меня скинули. Антон просто ушлепок. Топликс, поехали вместе, давай. Что за куча мала такая? Воу, не надо, ты на меня раздавил сейчас. Подождите, Антон, держись, поехали. Антона скинь. Не, мы с Топликсом вместе дружим. В смысле? Да, мы заодно. Ой, смотри, сейчас сверху поехал, кто там едет? Ну чё он? Ой, это брат Паши, походу. Давай пропустим его. Фикс, аккуратно. Вок. Да, чувак. Пацаны, не надо меня скидывать только. Погнали. Так, ай. Антон, ты меня раздавил. Это не ты. Это твой брат. Брат Бигфут, нифига себе. Давай. Я еду сзади. Быстрее разгоняемся. Лёха, это ты?
нет, 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 нет. Леха. Развалю. Лево, либо право. У тебя развалюха, а у меня что будет, ну-ка. Да серьезно, третий раз номинатор, что ли? Вообще по кайфу. Вам просто гана. Дай, Паша, ты на... Я на остров не успел засейвиться, вот, я упал. Ты на развалюхе же едешь, да, тоже? Да, 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 да. Подожди, Топик, ну что у тебя за тачка? У меня красная развалюха. Какая? А, я тебя вижу, на пикапе едешь, да? Так, давай, Антон, смотри, я сейчас чуваку... Чувак, лови. Давай, 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 давай. В смысле, что тормознул-то? Это не честно? Паша, лови меня. Паша, это не Паша? Это не я. Жалко, жалко, ладно. Паш, привет. О, а это кто? Это не ты, Паша, бежишь там? Нет, я сейчас какой-нибудь возьму. Блин, чел даже не знает, что прыгать можно. Капец. Жалко чела мне, реально. Так. О, нет. Лимузин. Давай. А, ты прошел? Да-да-да, я проехал, я сидел. Ты охренел, что ли? Как ты прошел так быстро? Нет! Да, это было изи. Там чел просто расплющил Бигфут, мне кажется. Там Паша это кто? О, это кто? Я Пашу вижу. Здорово, Плейзин, как дела? Да, поехали, может, поехали, налет. Поехали. Может, не надо, не надо. Давай, давай, давай. О, дай проехать. Парни, доминаторы, друзья мои, нет, давайте. А что это вы объединились там вдвоем-то? Давай, давай, сейчас скину. Ну, Лёх, ну, пожалуйста. Ладно, я тебя не буду скидывать, окей. Да ты... Да в смысле? Да ты мог? Я не смог повернуть даже. Что я сделал? Карма какая-то. Антон, я тебя вижу. О, Паша, здорово. Я сзади тебя. Давай, объединяемся. Длинный лимузин. Так, вот тут я упал в прошлый раз. Нет, не-не-не. Вот это сейчас было вообще на грани. Повезло за зверя, сам на меня полетел. Ну, блин, ты чела не трогай, он даже прыгать не умеет. А я не трогал, а он сам на меня полетел. Давай, длинный автобус, длинная... Трансформируемся. О, давай просто вместе ехать. Давай, подождем, подожди. Подождем. Слишком много. Ну, давай. Да нафиг ждать. Антон, скидывай его, выстрел, меня таранит. Нет. Нет, еще один. Да что вы такие злые-то? Капец. Давай. Так. Ой, взял. Он как дальше крутится. Перегнал Леху, так. Прикиньте. Ну да. Чего? Топник, ну-ка а тормози давай. А как Антон четвертый стал? Нет, нет, ну чекпоинт же вот рядом. Нет, пожалуйста, не надо, не надо, не надо. За что, блин? Главное пройти злосчастный лед, пацаны. О, Леха, просто в дрифте. Давай. Так. О, смотри, дорога чистая. Дорога чистая. Да, нормально. Охренеть. А смысл ты сзади? Нет, какого фига ты сзади-то? Как тебя догнал-то уже? Давайте. Так, давай, Паша, я сейчас только обратно поеду. И тебя скину. Я тебе говорю сразу. Лучше тормози сразу. Так. Ой, там тачка. Так, Паша, тебе хана, все. Иди сюда, ты не пройдешь. Нет? Да зачем ты делаешь? Да блин, финишная прямая, чекпоинт. Просто она давай. Переднеприводная. Давай, драг рейсинг. Ой, я сверху поеду, я вижу, там тачки едут. Так, давай. А я поеду снизу. Ой, чел почти добежал, капец. Сколько он бежит уже по времени? Красава. Не. Очень долго. Паша, нет, тормози. Куда ты поехал? Нет, Плейзин, только попробуй взять финиш. Я тебя убью. У меня эта тачка прокачанная, у меня быстрее должна быть. Давай, дрифт, парни. Давай, есть. Я тебя выиграю! Финиш ты! Серьезно, улетел? Нет, там чел меня преследует! Пожалуйста! Финишная прямая! Есть! Я занимаю какой-то. Ну, из нас троих я приехал хотя бы первым. Антон, ты второй, Паша! Паша третий, да? Паша там третий где-то валяется, там по небу летает. Ну ладно, давай, я посмотрю, каким ты приедешь. Ну что ж, ребят, я, получается, приехал первый, а потом приехал второй, ну, среди нас, а Паша вообще не финишировал. Да. Ну и, ребят, если вам понравился режим стека-стеку, поддержите его лайкусиком, напишите в комментариях, снимать ли до вас ее снова. Ну а также, ребят, если будет много лайков, то, естественно, мы ее снимем и много комментариев. Ну а с вами был Джел, Плейзин Топлик, ссылка на подсобку будет, как всегда, в описании. Всем удачи, ребят, всем пока-дава! Всем пока, народ! Пока, друзья!